Девчонки, еще одна вещь, которую я взяла себе и хочу вам показать, это бюстгальтер. Бюстгальтер Пушап, моделька Белла, вот такого мятного цвета. Есть еще белый цвет в каталоге, но я взяла вот этот. Этот мне цвет понравился больше. Он какой-то такой веселенький. Не знаю, классный, в общем, просто. И как и большинство вещей сейчас у нас Фаберлик, вот эта вот часть, посмотрите, как она называется, корсетная часть, да, тоже выполнена из кружева, оно вот так вот немножко тянется, и здесь вот такие красивые розочки с одной стороны и с другой стороны. Вот, бюстгальтер сел на меня идеально, я, как обычно, беру самый маленький размер, это размер 70А, вот, здесь вот есть внутри вот такие подкладочки, которые можно снять, потому что, ну, я их обычно снимаю, мне они не нужны, мне они только мешают. Вот, и наоборот, если надо, то их можно подложить. Внутри он выполнен из хлопка, то есть вот он хлопковый изнутри. Вот, а сверху тоже вот такое красивое кружево, и здесь еще такая вот черная строчечка по всей чашечки. Ну, как обычно, наш фирменный вот этот значок с Тори де Моро, сердечко. Вот, ну, бюстгальтером я довольна, сел идеально. И, кстати, по поводу нижнего белья, к нам сейчас присоединилась компания Флоранж. Из Флоранж я тоже брала себе комплект, но не успела еще вам показать. Вот, и так же, как и одежду, нижнее белье можно вернуть, если оно вам по каким-то причинам не подошло в течение 21 дня с момента, как вы его получили. Ну, и возврат делается точно так же, то есть вы сохраняете всю упаковку, все чеки, все вот эти вот бирочки, вот, и просто возвращаете, если вам что-то не подошло.